Всем привет! С вами, как всегда, я, Евгений Манаенков, и вы смотрите Клуб путешественников. И мы отправляемся в очередное наше путешествие по России. И на этот раз мы летим в город Сочи. Я приобрел такой посадочный талон. У меня время вылета 15:25. Цена здесь не указана, так как у меня от компании Vibrio Globus Tour. В стоимость тура у меня входило перелет в два конца, недельное проживание в двухзвездочном отеле «Пальма», завтрак, а также дополнительные услуги. Это трансфер, топливные сборы, медицинская страховка. Стоимость тура 14 700 рублей. Адлер. Время полета составляет 2 часа 10 минут. Авиакомпания «Россия». Итак, дорогие друзья, мы в Сочи. Сочи – многонациональный город. Из истории города Сочи известно, что на протяжении долгого времени здесь жили самые разные народы. В раннеантичное время, первые 6 века до нашей эры, здесь жили племена ахеев, зигов и гениохов. В первые столетия нашей эры основную территорию современного Сочи занимали саниги. В средние века в районе Сочи проживали племена абхазо-адыгской языковой группы. В первой половине 19 века – адыги, причерноморские шапсуги, абазины, садзы-убыхи. После окончания русско-турецкой войны в 1829 году Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубань до форта Святого Николая южнее Поти отошло к России. В ходе Кавказской войны в 30-е годы 19 века была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из береговых укреплений, предназначенных для охраны побережья. На территории Сочи русские войска построили форты Александрия, Сочи, Лазарев, Лазаревская, Головинский, Головинка и укрепление Святого Духа Адлер. После окончания Кавказской войны в 1864 году коренные жители – адыги, шапсуги, убыхи и абазины, садзы – вынуждены были оставить родную землю. Многие топонимические названия имеют адыгское, убыкское происхождение. Например, по некоторым данным, название Сочи происходит от убыхского слова «сшедше», которое переводится как «море у моря». В районе центральной части города в первой половине 19 века существовало убыхское поселение с примерным названием Садша, где проживала часть убыхского народа, которые также называли себя Сшадша или Сшедша. С 1866 года началось переселенческое движение. Территорию Сочи заселяют русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, греки, эстонцы, молдаване и другие. В конце 19-х, начале 20-х веков в Сочи начинается строительство гостиниц, лечебниц, дач, дорог, закладываются парки, сады, открываются первые курортные учреждения. В 1896 году образовавшийся посад имел уже название Сочи. Примерно в это время территорию Сочи стали делить, отдавать и продавать частным владельцам, потому что промышленных целей государство на данном этапе не ставило. На территории тогда еще будущего курорта стали появляться частные гостиницы и дачи. Первой крупной дачей, построенной в Сочи, стала вилла «Вера». Специальная комиссия представила доклад, в котором говорилось, что благодаря наличию природных богатств
Черноморского побережья здесь можно создать климатический и бальнеологический курорт. Но государство данный проект не поддержало, поэтому развитие курорта шло очень медленно и усилиями частных капиталовложений. Тем не менее, после революционных событий 1917 года и гражданской войны с 1918 по 1920 годы все же начинает вестись курортное строительство. В результате реконструкции курорта к концу 30-х годов Сочи превратился в крупную здравницу общегосударственного значения. Появилась уникальная культура градостроительства, присущая только черноморским курортным городам. Большинство построек возводилось в модном европейском стиле – модерн, с колоннами и барельефами, с элементами средневековых замков, крепостных стен. Сочи условно делился на верхнюю и нижнюю части. В верхней части располагались гостиницы, пансионы, дачи. Нижняя часть являлась деловой и торговой частью, где находились многочисленные лавочки, конторы, рынок, жилые постройки средних и низших сословий. В годы Великой Отечественной войны на базе сочинских санаториев работали госпитали, в которых восстановили свое здоровье более 300 тысяч солдат и офицеров. В послевоенный период возводятся новые санаторно-курортные учреждения. Больнолечебницы, реконструируется предприятие пищевой и строительной промышленности. Ведется интенсивное жилищное строительство. Уже к концу 80-х годов курорт ежегодно принимал на лечение и отдых около 5 миллионов человек. В городе функционировало более 200 санаториев. В 90-е годы социально-экономические изменения в стране оказали влияние на развитие городской жизни Сочи, который из круглогодичного курорта превратился в сезонный. Количество отдыхающих снизилось до 1 миллиона человек. Строительство новых и реконструкция старых объектов курортного назначения были переориентированы в основном на состоятельную публику. Таким образом, Сочи стал городом для богатых. Но с течением времени ситуация вновь изменилась. Появились десятки новых доступных по стоимости современных отелей и гостиниц в Сочи. Сейчас в Большом Сочи насчитывается несколько тысяч отелей, гостиниц, баз отдыха, санаториев, пансионатов. Курорт динамично развивается, каждый год меняется облик города. Сочи становится все более заметным и на международной арене. Несколько лет назад Международный олимпийский комитет выбрал город Сочи местом проведения 22-х Олимпийских и 11 Паралимпийских зимних игр. Безусловно, игры будут способствовать экономическому росту региона, превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой активности. При поддержке правительства Российской Федерации в Сочи идет активное развитие новой транспортной инфраструктуры, модернизируются инженерные коммуникации, а также возводятся современные спортивные сооружения, которые в дальнейшем после проведения игр будут служить современной тренировочной базой для спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. И сейчас я еду в гостиницу «Пальма». Ну что, дорогие друзья, вот мы пришли в гостиницу «Пальма».
О, здесь даже бассейн есть. Откуда вы к нам? А, я из Москвы. Ага. Вот так выглядит мой номер в гостинице. Вот кровать двухместная, здесь я буду один спать. Кресло, ночники, телевизор плазменный. Так, вообще. Вот здесь у нас кабина, туалет, раковина, ну, соответственно, душевая кабина. Также фен есть. Вот здесь полочки, там шкаф. Шкаф здесь, постельное белье. Все белье, все. Вот. Здесь, дорогие друзья, вот такая столовая, кухня в гостинице. Чайник, микроволновка. Это кухня. Здесь можно готовить. Перед вами река Мзымта, устье которой находится возле Адлера, района города Сочи. В Черное море она впадает, образуя обширный конус выноса, так как не сразу волнами моря гасится ее стремительное течение. Сейчас мы идем в Ахтырский храм. Храм разрушенный,
одни руины. Ну, после падения Византийской империи были турецкие набеги в 17 веке, после этого Кавказская война была, Турецкая война была, все это разрушалось. Ну, окончательно разрушили в 1937 году, когда была советская власть, тогда нельзя было церквей, храмы, все это взорвали. То, что осталось вот это после 1937 года. Здесь очень много греков, друзья мои. Вот они считают вот это свое наследие. Вот они считают вот этот храм Святой Софии. Вот. В 1913 году освятили честь Николая Чудотворца, поэтому имеет два названия. Здесь, ну, церковных этих самых служб не несется, но когда ваши церковные праздники, батюшка приходит, что-то читает. То, что видеть вот эти икончики, свечки, это местный народ приходит, ставит свечки, икончики, вот. В 2002 году статус охраняемости вот этот самый храма хотели что-то восстановить или построить на общественных началах, на пожертвование, но пока ничего не было. До Кавказской войны, закончилась в 1864 году, здесь остановились солдаты царской армии, это отставники, женатые. Вот. Ну, тогда поселок был не здесь, чуть-чуть внизу, ближе к морю. Ну, тогда было там болезни, малярия. Вот. В 1899 году перебрался вот сюда поселок, больше этого не менялось. После войны Кавказской, через несколько лет приехало очень много сравнин. Там очень много казаков приехало сюда, даже Казачий Брод поселок есть. Молдаван очень много, напротив аэропорта поселок называется Молдаван. Вот. Если перевести, ну, здесь были, конечно же, абхазские вот села, земли были. Если перевести с абхазского Аштырь, это поселок Аштырь, дословно это место, где разливают молоко. Дорогие друзья, сейчас мы находимся возле минеральных источников. Здесь были села, поселки, речки, речушки, строились вот такие мосты. Очень красивый арочный мост остался до наших дней. Еще один есть, но это самый красивый, то, что осталось. Вот. Ну, конечно же, реконструкции делали, когда после Кавказской войны, я же говорил, что здесь остановились войска царской армии вот, в этом поселке. Вот. Thank you.
мы едем к водопаду «Пасть дракона». Дорогие друзья, мы сейчас идем к водопаду «Пасть дракона». Дальше пешочком, дальше уже проехать нельзя. Не ожидал, что мне придется идти по камням. Дорожку. Сейчас идем. Я не знаю, сколько идти до водопада. Наверное, скоро мы уже придем. Дорогие друзья, идем по этому мосту. Почти уже у цели. Почти у цели, приближаемся к водопаду.
Дорогие друзья, мы возле водопада «Пасть дракона». «Пасть дракона» – не только один из самых живописных водопадов в Краснодарском крае, но и один из самых высоких – 41,5 метра. Своим происхождением и названием водопад обязан течению реки «Глубокий Яр», что впадает в реку Мзымту. Идти обратно по такому же самому маршруту. Аштырский каньон, Аштырские щели. Это вот то, что я говорил, вот эти складочки, видите, вот они. Вот. Каждая прослоечка имеет столетие, тысячелетие. Да, было столетие, тысячелетие. Здесь же океан был. Угу. Вот. Это было жиже, дно, огна, окаменело. Мы сейчас любуемся на эту красоту. Друзья, мы находимся сейчас в каньоне. Ну, вот здесь много птиц, павлинов, курт, гусей. Сейчас я закажу себе что-нибудь. Вот такое у нас меню. Сейчас что-нибудь закажу. Заказал себе форель, овощной салат и хачапури лодочка. И итого 1450 рублей. Фу, вкусно довольно рыбка. Очень вкусно. Овощной салатик. Это одна большая. Сейчас пообедаю. И пойдем дальше.
находимся в Олимпийском парке. Если вы не были в Олимпийском парке, значит, вы не были в Сочи. Вам необходимо посетить Олимпийский парк, так как здесь проходили Олимпийские игры в 2014 году. Олимпийский парк – любимое место отдыха и прогулок для гостей города. Центром композиции парка является Олимпийская или Медальная площадь – Медал Плаза, на которой в высокой чаще горел в 2014 году Олимпийский огонь, и около которой сегодня находится самый популярный танцующий фонтан страны.
компоты, делать настойки. И в мае местные жители также делают из плодов пушмала местную кавказскую водку, которая называется чача. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в санатории Орджоникидзе. Давайте с вами окунемся сейчас в эпоху 30-х годов 20 века. Что в это время происходило в Сочи? Наркоматы боролись друг с другом для того, чтобы исполнить указ Сталина о создании дворцов на территории всего Черноморского побережья. Сталин приказывал все дворцы создать в своем любимом стиле, в дворцовом стиле. Это стиль неоклассицизма. В народе впоследствии получит название сталинского ампира. Ведь Сталин как хотел, чтобы обычный простой человек отдыхал не хуже царской семьи и уж тем более не хуже аристократии. Поэтому все дворцы должны быть роскошнее, фасады изящнее, парки, скверы зеленее. Тогда самая главная борьба разгорелась между Григорием Константиновичем Орджоникидзе, так его звали по паспорту, а Сергу – это его партийная кличка. Он возглавлял комитет тяжелой и угольной промышленности. И разгорелась борьба между Орджоникидзе и Климентом Ефимовичем Ворошиловым, который на тот момент возглавлял наркомат обороны. Ворошилову действительно удалось первым построить санаторий. От Орджоникидзе, можно сказать, опоздал все лишь на 3 года. А в 1934 году он приезжает в Сочи, и на южном склоне горы Бытха ему приглянулся кусочек земли, и он сказал, что именно в этом месте, в самом настоящем раю, будут отдыхать мои шахтеры. Строить санаторий он доверил архитектору Кузнецову. Всего на территории находилось 7 спальных корпусов, причем все корпуса были выполнены в едином стиле. Обратите внимание, мы с вами видим колонны. Мы с вами видим также поверх каждой колонны лист акаунта, что нас с вами относит к Каренскому ордеру. Обратите внимание на крышу, то есть фортик в древнегреческом стиле. Все здесь сквозит историей, все как раз таки сквозит именно стилем дворцу. В 30-х годах не было современных технологий строительных, и многое люди делали вручную. Если мы с вами окунулись в машине времени, то увидели бы, что вечер на Амурский берег стоит в лесах, а вот во всем Сочи было только 10 грузовиков. Обратите внимание на стены и на крыши. Мы с вами видим фрески, и эти фрески были расписаны вручную. Сгодилось мастерство церковной стенописи Палиха. А внутренняя отделка также поражала воображение, ведь лестницы создавались из мрамора, а паркеты были выполнены из ценных пород древесины. Уже 13 декабря 1937 года санаторий для рабочих шахтеров преимущественно открывает свои двери. Фонтана, возле которого мы с вами остановились, на тот момент, на момент открытия, еще не существовало. А фонтан появился всего лишь спустя 2 года. В 1939 году называется он «Танцующий в Оканке». Обратите внимание, фонтан композиционно делится на две части. А в верхней половине мы с вами видим девушек в оканах. Кто такие ваканки? Это служительница бога Диониса, бога виноделия. В Древней Греции раз в год, преимущественно в ночное время, девушки-ваканки собирались и устраивали празднество, когда виноград собирался, когда вино текло с рекой, и из леса выходили сатиры, полулюди, полукозлы. Поэтому среди девушек-ваканок мы с вами можем увидеть также и сатиров. А вот из эстетических соображений скульптор приделал им человеческие ноги. А также мы с вами видим... можем увидеть сабу как жительницу леса и как символ мудрости. Обратите внимание на лица девушек-ваханок. Вы увидите одно и то же лицо, так как скульптуру позировала одна и та же медсестра. А вот в внешней части фонтана мы с вами видим морских сирен, которые словно бы застыли в ожидании. А также помимо бассейновой части находилась... еще одна часть, уважаемые гости, где по изначальному замыслу должна была стекать наша целебно-родниковая вода, нарзаны. И спокойно можно было плавать в бассейне, ее испить. А уже после открытия фонтана здесь, на главной площади, каждое утро начинались зарядки. А вот гости могли отдыхать в номерах 3 категорий. Это, во-первых, 1-3 местные номера категории стандарт. Это полулюксы и люксы. Мы с вами сейчас остановились перед главным корпусом. Обратите внимание, что с высоты птичьего полета он напоминает русскую букву П. По бокам мы с вами видим спальные корпуса. А вот самый главный корпус, уважаемые гости, здесь
и спальных номеров не было. Ну, а здесь находилась библиотека, читальный зал, столовая, клуб с видом на Черное море. Уже во время Великой Отечественной войны вся санаторно-курортная база нашего города достаточно быстрое время переоборудовается под госпитали. И здесь вместо отдыхающих начинают сюда привозить раненых солдат с близлежащих фронтов. А здесь на базе санатория имени Сергея Орджоникидзе располагался госпиталь под номером 2166. Памятную табличку по сей день можно увидеть за правым крылом. А вот после окончания Великой Отечественной войны, во-первых, здесь создается фуникулер, чтобы гости могли с территории санатория сразу же оказываться на Черноморском побережье. В 1952 году он был открыт и прорублен как раз-таки за левым корпусом. И также спустя 20 лет после открытия санатория здесь проходят съемки знаменитой советской сказки. Кто мне сможет сказать, какой? Старик Хоттович. Уверены? Старый Хоттабыч. Молодцы, вы не поддались на мои провокации. Абсолютно верно. Дорогие друзья, а мы сейчас с вами прокатимся на яхте, поплаваем, выйдем в открытое море. Ну что, дорогие друзья, отправляемся в открытое море. Немного покачивает.
было собственного морского вокзала. Здесь находился небольшой причал, и люди, которым необходимо было выйти в Сочи, они покупали билет на теплоход, который курсировал между Новороссийском и Сухумом, столицей Республики Абхазия. Черное море – это море неспокойное, не всегда в водах нашего моря штиль. И представьте, что вот вы купили билет на этот теплоход, а море шторм, и вы раз проплыли мимо города Сочи, второй раз, третий, из-за невозможности бросить якорь и пересесть на шлюпку. Именно таким образом гости города в первой половине 20 века добирались сюда, на наш Черноморский берег. А в 1937 году вместо причала, на месте причала закладывается камень для основательного морского вокзала. Все-таки Иосиф Виссарионович, который был вождем всех советских народов, он был одержим идеей создать морское сообщение не только между ближайшими поселками, между Хостой, Кутепсом, Ацетой, историческим центром сегодняшнего Сочи, но и также между всеми союзными республиками, чтобы люди, где бы, на территории какой страны они бы не проживали, чтобы они могли приехать сюда и отдохнуть. Однако до войны наш вокзал морской построен не был. К идее строительства морских главных врат вернулись всего лишь после окончания войны в 1952 году. А два архитектора, Каро Алабян и Леонид Карлик, возвели данное архитектурное чудо. Открыт вокзал был всего лишь в 1955 году, уже после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Сейчас, дорогие друзья, мы гуляем по морскому вокзалу, где проходили съемки бриллиантовые морские прогулки. Сейчас, дорогие друзья, мы идем на колесо обозрения. На высоте 663 метра. Большой Ахун. Но, дорогие друзья, мы поднимаемся на колесе обозрения. Сейчас я вам покажу вид с колеса. Дорогие друзья, такой замечательный вид открывается с горы Ахун.
Я сейчас прогуливаюсь по пляжу вдоль Черного моря. Наш выпуск подходит к концу. Вы смотрели клуб путешественников «Сочи Адлер». И с вами был, как всегда, я, Евгений Манаенков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока-пока и до новых встреч!